Ну, я скажу следующее. Понимаете, много мы путешествуем по стране, да, насмотренность очень большая. Конечно же, мы увидим, что работа предстоит огромная, да. Но благодаря тому, что у вас, вот я не постесняюсь этого сказать, очень деятельный и профессиональный, как управленец-губернатор новый, который избран, да, я точно думаю, что этот путь преодолим, что Смоленская область будет развиваться с каждым годом, а те решения, которые принимаются на уровне федерального правительства, на уровне там, президента, да, это те решения, которые будут просто стимулировать это развитие. Но пока мы, конечно же, заходим и видим пока еще большую зону роста и на строительных площадках, да, и в развитии самого города, вашей столицы. И мы понимаем, вот мы сегодня очень много общались с главой Смоленска, да, понимаем, какой еще огромный объем изменений предстоит. И важно, что вот человек и вся его команда, там, да, Василий Николаевич и вся его команда точно не останутся безучастными в этом процессе. И я буду еще повторно приезжать и уверен, что это будет просто глобальные изменения, которые вы будете наблюдать. А для нас, как для ваших гостей, это будет совершенно просто две разные картинки. Поэтому всего только самого наилучшего. Василий Николаевич, ваша команда, смоляне, поддерживайте и только вперед. Огромное спасибо всем.